Сегодня, завтра и все новогодние праздники. Бесплатные обеды для малоимущих и бездомных раздает Дед Мороз общественной организации «Ростов без наркотиков». В меню каша, рыба и даже сладости. Востребована ли акция, узнаем у нашего корреспондента Оксаны Серовой. Она работает в районе центрального рынка Донской столицы. Здравствуйте, Оксана. Много ли людей пришли за горячим обедом? Здравствуйте, Лариса. За горячими бесплатными обедами выстроилась целая очередь из нескольких десятков человек. И это не только люди без определенного места жительства, но и просто нуждающиеся, много пожилых людей. Меню у них сегодня каша, рыба, горячий чай и сладкие пирожки. И это еще не все, так как сегодня предновогодний день, то вместе с обедом людям настоящий Дед Мороз еще и вручает сладкие подарки. Это конфеты, печенье, фрукты. Многие из пришедших не ели этих, казалось бы, элементарных продуктов уже очень давно. Все это подарки, горячие обеды для бездомных ростовчан, дело добрых рук организации «Ростов без наркотиков», фонда Анастасии Узарешительницы. Неравнодушные жители южной столицы тоже не остаются в стороне. Принесла вязаные вещи, там рукавички, носочки, шарф, это самое. Ну, как бы люди-то мерзнут. Жалко, люди бездомные, там малоимущие. Вот, ну, вот поэтому принесли еще там сладости к празднику, потому как людям тоже хочется, чтобы они почувствовали Новый год, праздник. Пережить суровые холода с помощью горячей и вкусной еды организация «Ростов без наркотиков» помогает всем нуждающимся уже 5 лет. В этом году с ноября, и мы надеемся, по 1 апреля мы будем кормить всех нуждающихся, раздавать горячие обеды и одежду, теплую одежду для людей, кто нуждается. Каждый день это будет? Каждый день, кроме воскресенья. Начинают раздавать обеды в одно и то же время, в 11 часов утра. Многие уже об этом знают и стараются не опаздывать. По словам волонтеров, ежедневно удается накормить около 100 нуждающихся. Вкусно. Очень вкусно. А чем обычно кормят? Какие каши вкусно, котлетки, рыбка, пирожочки, чаек горячий. В то время как большая часть россиян и ростовчан будут отдыхать по домам, волонтеры продолжат помогать тем, у кого этого дома нет. Кормить горячими обедами продолжат и в новогодние праздники. Лариса. Спасибо. Оксана Серова из центра Донской столицы, где ежедневно кормят нуждающихся.